Всем привет еще раз. Мы в Челябинске. Я продолжаю снимать фильмы про объекты конструктивизма у нас в регионе, пока у нас в регионе. Как выяснилось, Челябинск тоже богат такой историей. Сейчас мы находимся недалеко от площади Революции, где как раз сосредоточены самые основные такие памятники. Мы сейчас пойдем вам их заснимем, вам их покажем. Оставайтесь с нами. Гостиница номер один на площади Революции. Хорошо знакомое горожанам полукруглое административное здание, один из элементов ансамбля центральной площади города, было построено в 1934 году. Автор проекта – московский архитектор И. Ипполитов. Запроектированное здание стало одним из примеров архитектуры конструктивизма, достаточно популярной в то время. В январе 1934 года была создана Челябинская область. А в феврале этого же года начальник Пермской железной дороги Н. Миронов и председатель Челябинского горсовета Реутов заключили соглашение, по которому для размещения управления ЮУШТ горсовет сдавал в аренду треть общей площади строящейся гостиницы. Управление ЮУШТ располагалось в этом здании с марта-апреля 1934 года до января-апреля 1943 года. В последующие годы в этом здании размещались гостиница «Центральная», ресторан «Заря», бюро технической инвентаризации и ряд других учреждений и организаций. Главпочтант, улица Кирова, 161. Здание главпочтанта построено в 1936 году по проекту архитектора Н. Футукова в стиле конструктивизма. Здание, выстроенное из кирпича и оштукатуренное, находится на пересечении улиц Коммуны и Кирова. Угловое расположение здания предопределило трехчастное центрально-симметричное построение. Переход к центральной угловой части, увенчанной ранее атиком, в начале 1960-х годов он был демонтирован, осуществляют два симметричных вертикально акцентированных объема. Цокольная часть углового объема выполнена в виде открытой площадки крыльца с металлическим ограждением, с лестницами, ведущими к двум главным входам. Над площадкой – широкий козырек. Вероятно, вскоре после войны на угловом постаменте крыльца была установлена скульптура с М. Кирова. Жилой дом ИТР завода «Станкомаш», улица Цвилинга, 28. Выявленный объект культурного наследия. Дом ИТР завода «Станкомаш». В этом здании жила и работала уральская писательница Власова Серафима Константиновна с 1962 года по 1972 год, сказительница, продолжатель традиций П. Бажова. Построен в 1934-1936 годов. Фабрично-заводское училище Челябинского тракторного завода. Приказом ВСНХ СССР Челябинский тракторный завод в числе других крупных новостроек был зачислен в группу первоочередных. Проектирование было поручено специальной группе, созданной в 1929 году при Государственном институте по проектированию металлических заводов ГИПРАМЕС в Ленинграде. Как свидетельствуют архивные документы, железобетонный каркас мастерских фабрично-заводского училища площадью 4500 квадратных метров был смонтирован за 4 дня, а каркас двух трехэтажных учебных корпусов – за 15 дней. Каркас соответственно был раскрыт на фасаде, что проявилось в поперечной части побразного корпуса. Здесь, на втором этаже, со стороны главного фасада применено сплошное остекление. Горизонтальный центральный витраж фланкирован вертикальными застекленными объемами лестничных клеток. Дворец культуры Челябинского тракторного завода. Единственное здание в социалистическом городе Челябинского тракторного завода и в Челябинске, которое было построено по проекту знаменитого Андрея Бурова и то совместно с Г.С. Кирилловым. В 1930-1931 годы московский архитектор Андрей Константинович Буров проектировал Челябинский тракторный завод и социалистического города при нем. Но в Челябинске с его именем как автора реализованного проекта связан только клуб, план же прилегающего социалистического города остался не полностью осуществленным. Архитектор задумал целую анфиладу зданий, а построено было одно. Тем не менее в этом здании наиболее ярко выражен конструктивистский стиль. Оно кажется небольшим и очень лаконичным снаружи, но удивляет невероятным объемом и четкой геометрией. Фабрика кухни Челябинского тракторного завода. На одной оси, южнее проспект Ленина, вдоль улицы 40 лет Октября размещен так называемый комплекс культурно-бытовое строительство.
он включал фабрику «Кухню» 1932 год и банно-прачечный комбинат 1932 год. Фабрика «Кухня» рассматривалась во второй половине 1920-х, начале 1930-х годов не просто как автоматизированное и стандартизированное производство, облегчающее и ускоряющее процесс массового приготовления блюд в больших масштабах, но и как важное общественное заведение, активно влияющее на формирование коммунистических принципов быта, способствующее отмиранию индивидуального домашнего хозяйства. В Челябинске фабрика «Кухня», рассчитанная на производство 100 тысяч порций в сутки, объединяла прямоугольное в плане двухэтажное здание столовой и магазина полуфабрикатов, и обширное прямоугольное в плане одноэтажное сооружение собственно кухни для приготовления блюд, находящееся ныне в аварийном состоянии. Баня Челябинского тракторного завода. От банно-прачечного комбината сохранилось только четырехэтажное здание бани, улица 40 лет Октября, 31, современная баня номер 22. Дома иностранной рабочей силы Челябинского тракторного завода. Социалистический город Челябинского тракторного завода проектировался и строился в 1929-1933 годах. Застройка велась в восточной части современного проспекта Ленина, от Комсомольской площади до завода управления Челябинского тракторного завода. Первоначально планировался на основе полного обобществления культурно-просветительской и бытовой жизни трудящихся. Проект предусматривал строительство как кварталов, рассчитанных на индивидуально-семейное проживание, так и кварталов с коммунным принципом расселения и обслуживания так называемых жилкомбинатов. Идея поселения коммуны осталась нереализованной. В воплощенном социалистическом городе сочетались жилье для семейного проживания и развитый обобществленный сектор, соцкультбыт. Комплекс жилых кварталов социалистического города имел широкую систему обслуживания, банно-прачечный комбинат, фабрику-кухню, фабрично-заводское училище с общежитием, школу, дворец культуры Челябинского тракторного завода и киноклуб, первые в городе. Все здания, включая жилые дома, выстроенные в этот период, были решены в формах конструктивизма. В социалистическом городе по проекту архитектора Бурова был создан один из первых в стране микрорайонов. В середине 1930-х, 1950-х годов дальнейшая застройка велась в стилистике постконструктивизма.